Привычными жестами оператор и фотограф Владимир Гриневич вставляет снимки в рамы и приделывает фурнитуру. Ему не впервой. В Видновском историко-культурном центре откроется уже четвертая его персональная выставка. И она очередная попытка переосмыслить события, происходящие сейчас на Украине. На этой выставке зрители познакомятся с людьми, с теми людьми, которые сейчас находятся на войне, которые защищают нас. Эта выставка вообще о людях, в первую очередь. До этого были немножко другие выставки, а это именно о людях выставка. Открытию предшествовала большая подготовка. Около 150 фотографий сделал Владимир Гриневич в ходе недавней командировки в зону СВО в феврале и марте нынешнего года. Из них требовалось отобрать около 900. Конечно, они устали. Они все хотят домой, потому что уже всех это уже кто-то уже с самого начала находится. «Зеркало нашего времени» под таким названием откроется нынешняя фотовыставка. По замыслу автора, оно отражает тот факт, что через много лет, в том числе и эти снимки, будут рассказывать потомкам о сегодняшних событиях. Артиллеристы. То есть артиллерия настолько, сами понимаете, бог войны, такую мощь, да, что они могут с помощью изменить ландшафт. Определенной сложностью для автора и организаторов выставки стало составление плана размещения снимков. Важно, чтобы для зрителей они сложились в условную законченную историю. Еще одна идея, которую хотел донести автор – неразрывная связь тех, кто сейчас с оружием в руках отстаивает интересы России, и тех, кто остался дома. Наши бойцы чувствуют поддержку тыла, чувствуют нашу поддержку. Это заключается во всем. Начиная от детских писем, они очень трепетно относятся к тем посылкам, которые мы им собираем, а это там какие-то средства личной гигиены, там нательное белье и все прочее. То есть любая помощь фронту, которая доходит туда, и она просто бесценна. Одновременно с выставкой в историко-культурном центре фотоматериалы будут представлены питерской публике. В ближайшее время экспозиция работ Владимира Гриневича откроется в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. Максим Козлов, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.